Ну вот так идет подготовка. Тут уже Рома, сбегай, маслица принеси, надо смазать этот котел маслом. Тряпочка и масло. Здесь готовятся дрова, прожигаются для шашлыков. Таких стабильных. Снег весь почти растаял. Сегодня даже пчелы летают. Че, Шарик, ждешь порцию свою? Да, ты прям преданный такой. Ну что, а Шарик всегда преданный. На улице, если увидит, машина едет. Как бы ты ни торопился, будет бежать впереди машины. Папа ему даже говорит, нам прямо, нам не по пути, бесполезно. Грибочки. Это вкусненько. Да, грибочки это вкусненько. А сынок, вот еще одна. Принеси еще сюда рулон. Мама, а что они сегодня все возле салфеток? Тебя? А принеси, да. Принеси рулон туалетной бумаги, чтобы белые салфетки не пачкать все. Я буду об туалетную бумагу вытирать ручки. Грибочки вот эти ты покупал, такие прочные. Странно. Обычно это не в моем стиле. Хорошие вот эти. Что такое? Это Ваня. Бутылку бросает. Ваня, ты что там делаешь, сынок? А, бутылку со льдом катает. Ну, как в мяч гоняет. Камин. Ну да. Как будто камин. Но. Тут Владик у нас. Никита, вот эту полочку. Сырых дров накидал, да, Владик? Нет, ты что, нет? Ну как нет? Я смотрю. Не, они пришли ко мне. Ау! Еще большой железный таз. Маленький железный таз занят под курочкой, в холодильнике стоит. А я прошу большой железный таз. Ну они мертвые же. А мы не можем их выйти. А вдруг у них еще жало остались? Ну так рукой, оно ж мертвое уже, что он тебе сделает? А еще вон там. Ну в другую сторону выкини, щелчком ее щелкни, она улетит. Ну вот так, щелбаном ее ударь, она улетит. Кто улетит? Пчела мертвая, боятся. То тараканов трогают. На, бумажка, возьми ее. Владик уберется. Да там далеко лезть. Вон. Залезет. Смертельный номер. Только раз, прыгай, чтобы ему не так просто было. А там что, грязь еще? Грязь тоже. О. И прям на грязь, да, Семен? А что нет, да, если да? Вот тоже хочется. Тоже хочется так попробовать, но я боюсь. Сяду на пуху. Ага. Ага. Добрый день. Скажите, интервью для газеты «Пионерская правда». О, я давно с «Пионера». Ну, скажите нам, пожалуйста, как жить, чтобы так жить? А просыпаться с утра, смотреть в зеркало и думать, самое красивое, и живешь. Понятно. И давно это с вами происходит? Да. На дым идет. Куда Тика, туда дым, куда я, туда и дым. Проверить, да, вдруг горим. Да. Привет. Миша, быстрее. Пока он здесь. Пока он не ушел, а ты купишься. Че ты хочешь? Поздороваться с тобой. Да у тебя руки грязные. Яшка, это дрова, правда. Дровометчик. Ты сильно занят, да? А у меня чистый. Да, ты чистый. Да он, в принципе, вообще не занят. Какие ребрышки красивые. Красота неописуемая. Так, теперь лучок. Мы уже давно-давно плов на улице не делали. Ой, давно. Так, лучок чуть-чуть. Вот.
как мама у нас любит говорить, это вкусный, вкусный самый звук. Приятный вкус. Звук. Звук. Вкусный ой, звук. Так смотрите, какое красивое мясо. Ой, какое. Я тут себе жидкость развожу, шашлычки поливать. Валера, открути, пожалуйста. Она просто вытаскивается. А, вытаскивается. Это домашнее вино разведенное. А здесь немножечко бальзамического уксуса. Это я шашлыки буду поливать. Сынок, не сынок, только поставь хорошо, чтобы никто не напился. Да. Все, давай. Вот этим я буду поливать шашлычки. Ну, отнеси. Отнеси я и аккуратно поставь, ладно? Так, ну все. Ой. Ромка ж тебе сказал, Ромка ж говорил на видео, как в машинке люблю играть. Смотри, как носит. Пока они меня не видят. Так вот, скрытая камера их снимает. Улетели они, Ромка с Ванькой. И Жанна пытается свой велосипед достать. Но они там уже все поспущены, колеса. Весной придется все ремонтировать по теплу. Никита сидит, качается. Собаки тут. Моника с печенькой. Морковка. Ляпота красиво. Уже хочется прям. Уже есть, да? Есть хочется. А я сегодня только сладкое ел. Только торты кушали. Не, я больше поела чуть-чуть. Я после сладкого, мне стало плохо. А я готовлюсь, я специально ничего не ем. Чтобы побольше потом вкусного поесть. Вот сколько силы-то, а. Так вот, я бы один раз пробежал бы до конца забора, и все, и больше бы уже не вернулся. Сейчас, дочь, я подожди, у меня съемка идет. Какое? А, это потом будем делать. Сегодня же папа тебе сейчас уже не купит. Да я и буду только по теплу. У меня где-то есть. Ну, уже тепло, сейчас папа вам велосипеды будет приводить в порядок. Где-то есть колесо? Где-то у меня камера лежит. А где сидит? Где-то в сумке. Новая, хорошая? Да, камера. Ну, да. А это как раз Анюте это и надо? Ну, да. Ну, найди. Сейчас посмотрим, что Валера найдет. Вот там где? Вот передняя, где так, мы пришли подглядывать, что у нас. А тут. Вот тут у меня мясо мороженое. Еще до конца не растаяло. Я его вчера решили, я забыла вытащить. А сейчас вот вытащила с утра. Но оно подтаяло. Моя морозильная камера так сильно морозит, что потом два дня лежит, не растаивает. У меня два пакета, поэтому, по крайней мере, по краям все растаяло. Здрасте. Прошло 5 лет, 18. Роме стало 18 лет, но ничего не изменилось. Пускай гоняет пока на машине, да, я да бы... сына? Да. Если честно, я бы тоже погонял. Это лучше, чем телефоны. О, нет, давай, надо помогать Ване, скорее. Нашел, посмотри, Валера, нашел камеру. А откуда, Валера, у тебя?
Да я тут... в прошлый раз покупал. В прошлый раз мы же ему давали, он две купил. Веломастерская открылась, да? Пап, у меня дырка в колесе. Ну да, у вас всех дырки. Вы... Где вы находите гвозди, я не понимаю. Я не знаю, я наехала на трассу. Вот Валерка. Я наехала. Вон Валерка тебе гвозди делает, да? Да, пап, я наехала повезло на ветку. Повезло. Там команда баскетболистов. Папа, папа, знаешь, я ломаю колесо счета, да? Ты слабо. А потом, папа, ты А. Пап, вот эта дырка у меня. Ты прям дырку видишь, да? Да, вот. Папа, папа, меня плитку стоя домозил, да, папа? А я знаю, почему дырка. Почему? А потому что вы ездите по акации. А вон там. Вон там ездите, где акация росла. На ветках акации прокалываете, ну. А вон там, это такая растение. Папа, давай ты дальше. А Валерия, деньги, а вы походу купили. Ваня, сейчас все закрыто, я тебе где куплю. Ваня! Ладно, раз у меня велик. И мне найдут, хорошо? Хорошо. У меня еще есть камера. Папа! Папа, когда мне будет камера? Ваня хочет себе новое кольцо. Сейчас посмотрю. У него! Где папа? Он две колышки потерял. Но. Василиса. Теперь тоже на машине гоняет. А я уже хочу кататься. Папа, мне так классно, что у нее велик. Ну ладно, и у вас скоро тоже будет рабочий. Друзья, вкусный запах. Хочу передался, чтоб вам. Папа. Дети папа меня мучают насчет велосипедов. Ну пусть надует. Сыночка, сегодня уже без велосипеда. Все, они вспомнили, что у них есть велосипеды. Сколько я спокойно пожил. Недолго, конечно. Но пожил. В том году только отремонтировал им. Да не один раз. Ну, понятно, просто капитально взялся, все велики отремонтировал. Даже на день не хватило. Да, сразу прокололи. Попрокололи сразу. Ну вот они уже все готовые. Уже снимаем. Вот мама уже. Хопа. Одно ловкое движение. И собаки сытые. Хлебом надо снимать. Хлебом, да. Ну, за хлебом далеко идти. А вон кот, которого Снежанка маленьким снималась. Вот он какой вырос, сидит. Где? Да вот он. Эй, котик, мясик. Снежана и котенок видео называлось. Это Снежана был котенок? Да, и вот он, котенок этот. Шашлык просыпался. Он что делает? Глазок его. Снимаем шашлыки с шампуров. Мама взяла кусочек хлебушка и хлебушком вот так вот раз. И снимает. Столько уже шашлыков у нас, грибочки готовые. Плов еще готовится. Да, плов еще доготавливается, но уже, наверное, почти готов. Сейчас будем проверять. Эх, вот это у нас вкуснятина сегодня. Вот и плов подошел. Вот так вот он выглядит у нас.
из-за пары. Сейчас попробую снять. Вон такая вкуснятина. Ух. Че, как ни крути, но плов всегда очень вкусный. Друзья, посмотрите на эту красоту. Только не завидуйте. Не надо. Просто можете в гости зайти и тоже испробовать. Вот такая вкуснятина у нас к шашлычкам. Это плов приготовлен... Ваня, я вся в этом... Это плов приготовлен с килограмма риса. Нашей семье это достаточно еще даже останется. Здесь много лука, морковки и много ребрышек. Да. Ну что, мальчишки, уносим? Да. Мы прощаемся. До скорой встречи, друзья. Спасибо, что были с нами. Пока! Да. Пока-пока. Спасибо, что просматриваете наши ролики. Мы пошли веселиться, отдыхать. Ага. Я лицо, посмотрите у меня, как лицо на костре сегодня. Все, до скорой встречи. Пока. Ну что? Что? Вот, вот это вот шоу к концу. Конечно. И перед вами... В смысле, к концу? Теперь выступает... Мы только сели. Обворожительная. Невероятная. Самая красивая. Двадцатитрёхлетняя? После мамы. 23-летняя Ульяна со стихом «Фарфоровая свадьба». Ну да. Фарфоровая свадьба. 23-летняя. Заходи, я чувствую, что 55 какая. А 55 какая? Доча, фарфоровая свадьба. 20 лет вы вместе. Сегодня вы родители, жених и невеста. Это точно. Не перебивай. Ничего страшного, доча. Лучше мамы с папой пары нет на свете. И самые счастливые у вас в мире дети. Как фарфор свои, вы чувства берегите. И с каждым годом крепче друг друга вы любите. Любимые родители, желаем вам любви. Бриллиантовая свадьба ждет вас впереди. Да ты моя, да. Ой, молодец. Спасибо, молодец. Да ты моя любимая. Любите. Какие слова красивые. Спасибо, моя. Уже вечереет. Дальше съемка проводиться не будет. Дальше мы будем отдыхать без камеры. Будем веселиться, танцевать, слушать музыку. Дети приготовили нам какие-то там конкурсы. Вот такие цветочки хочу вам показать. Они всю зиму у нас цветут. Вот такие вот дела. Ну что, у хорошего вечера всем вам, дорогие зрители. И мы таким обзором сада... Зимне-весеннего еще порядок не наводили. Скоро обрезка деревьев начнется. Сегодня пчелы летали. Даже пыльцу несли. Ну вот так вот, друзья, мы заканчиваем наш вечер. Спасибо, что были с нами.